Приветствуем тебя, дорогой зритель, на канале Покемоша Лайф, где мы обозреваем всякие штуки, бегающие по рельсам. Сегодня к нам в гости зашел весьма уважаемый тепловоз серии ТЭМ-2. И вот тут-то сразу порылась собака, ибо ТЭМ-2 – прямой конкурент другого уважаемого тепловоза ЧМ-3. Десятки лет уважаемые и не очень люди ведут споры, кто лучше, Чмуха или Темка. Сколько копий носов было сломано, сколько трехэтажных слов сказано. Просто жесть, а воз и ныне там. И никто не может дать ответ, круче чехословацкий или советский тепловоз. Так вот, ЧМ-3 мы уже обозрели, правда... Очень плохо! Во-во! А сейчас пришел очередь ТЭМ-2. В этот раз мы подготовились намного лучше, ведь нам оказали неоценимую помощь маэстро Василий Ефимов и Андрей Прозоров. Поэтому начинаем. Тарам! Значит, давным-давно, когда деревья были большими, а музыка настоящей, Брянский завод задумал-таки пересадить маневровых машинистов с паровозов на тепловоз. Слушай и запоминай. До этого основным маневровым локомотивом были парики 9П, в простонародье называемые «беззатыми». При этом уже до нашей эры было известно высказывание, что, мол, «самый плохой тепловоз лучше самого хорошего паровоза». И вот Брянск. 1958 год, пожалуйста, ТЭМ-1. Элегантный мужчина с электрической передачей и капотным кузовом. Четыре дорожки, стереофония, элегантный внешний вид. Ну-ну. Абсолютно новый, лично сам проект. Фермеры при проектировании новинки вдохновлялись тепловозами Т1 и Т2. Они поставили на ТЭМ-1 дизель 2D50 мощностью 1000 лошадиных сил и тяговый генератор МПТ-84. Локомотив имел вес 120 тонн и был способен разгоняться до 90 км в час. По факту, Темки стали первыми маневровыми локомотивами на тепловозной тяге. Чтобы джентльмен понимал, двумя годами ранее, до 1956-го, в Союзе работало всего три Карл маневровых тепловоза серии ОЛ мощностью 600 лошадей. Спустя еще два года тот же Брянский завод решил выполнить апгрейд девайсу. Результатом стало появление на свет усиленной версии героя серии ТЭМ-2. Ее-то мы и будем сегодня препарировать. Итак, ТЭМ-2. Вот. Внешне почти тот же ТЭМ-1, однако присутствуют и отличия. Проще всего отличить новую серию от старой по оконному поясу кабины. У ТЭМ-2 он прямой, вертикальный, а у ТЭМ-1 немного скошенный к центру. Но будьте внимательны, ибо ТЭМ-1 с номера 270 также получил новомодную кабину без наклонов. Как по нам, скошенная кабина выглядит красивее. Но, друзья мои, главным отличием стал дизел. Новый четырехтактный дизел от товарищей из Пензы. Фермеры, взяв за основу 2D50, запилили свою версию, назвав ее не иначе, как PD1 – бензинский дизель первого типа. Кроме того, аппарат обрел и новый тяговый генератор – харьковский ГП-300А. Однако не будем забегать вперед, сначала узнаем, что там по истории. Первые два тепловоза ТЭМ-2 001 и 002 были выпущены в 60-м году. Как раз на них и установили новые дизель-генераторы, а также тяговые электродвигатели. Отправили машины в депо лихобора Московской дороги. Ну, что сказать, чувствуется паровозная школа. Смотрите, путеочиститель как на париках L, буфера в наличии, а фонари не инсталлированы в раму или капот, а стоят на кронштейнах по типу тех же паровозов. Видны заклепки возле кабины. Да, лютый олдскул. Что интересно, контроллер машиниста насчитывал 16 позиций, это даже больше, чем на ТЭП-70. ТЭМ-2-002 в 1961 году проходил тягово-теплотехнические испытания в Щербинке на экспериментальном кольце. Результаты показали, что машина получилась довольно прикольной, однако число позиций испытатели рекомендовали уменьшить. В том же 61 году Брянск построил третий тепловоз ТЭМ-2. Его миссия была почетной – экспонат в выставке локомотивов на Рижском вокзале.
Затем ЦАПу отправили в депо имени Ильича, той же московской дороги. В 1962 году завод выпустил целых 12 двушек с 004 по 015 локомотивы. Эти машины обрели новые тяговые электродвигатели, а контроллеры машиниста имели только 8 позиций. Снаружи машины не отличались. С 1963 года брянские фермеры взяли тайм-аут. Лишь к концу 1967-го выпустили 016-й аппарат, значительно его модернизировав. И только тогда завод начал серийно выпускать нашего героя, оснастив его новыми ТЭДами, пофиксив тележки, жалюзи холодильника и прочее. Из внешних отличий буферные фонари, которые стали крепить на буферном брусе. Важной вехой стало оснащение машин в следующем 1968 году улучшенным дизелем ПД-1М. Вот так вкратце выглядит становление серии ТМ-2. А интересно, как там устроен агрегат? Если в двух словах, ТМ-2 представляет собой микс кузова Т1 с некоторыми изменениями и тележек Т3. Но понятно, что джентльмена этого мало. Он хочет знать о самоваре больше. Окей, прошу внимания на экран. Вот он, ТМ-2 в разрезе. Кузов с двумя капотами, передним и задним. Между ними кабина. Все это опирается на две трехосные тележки, между которыми размещается топливный бак. Расположение оборудования можно назвать классическим. Посередине установлен дизель, соединенный валом с тяговым генератором постоянного тока. Они образуют силовую установку. На носу можно наблюдать шахту холодильника с жалюзями и вентиляторным колесом. Там же находятся песочные бункеры. Это место бывалый называет капитанский мостик. Обратите внимание, джентльмены, что если для охлаждения воды используется весь ряд секций холодильников, то для масла лишь треть ряда. Остальные две трети включают в работу при эксплуатации тепловоза в тропиках. С другой стороны от дизеля размещен компрессор и двухмашинный агрегат. Сразу хочется отметить тепловозы ЧМ-3. Тамошние фермеры с целью уменьшения шума в кабине перенесли компрессор к переднему песочному бункеру. Однако брянские товарищи с этим заморачиваться не стали. Зато они заморочились с водяным насосом. Он имеет специальные сальниковые уплотнения, к которому подходит вода и фактически смазывает подшипник, в котором вращается вал. То есть вода выступает в качестве смазки. Круто! К передней стенке кабины примыкает аппаратная камера с рубильником, реверсом, поездными контакторами, шунтировкой поля, реостатами, релюхами, а снизу возбудителем генератора. Большая часть неисправности в электрической схеме устраняется именно отсюда. Заметим, что на чмухе аппаратная камера размещена у задней стенки кабины. Напишите, друзья, товарищи, какой вариант кажется вам лучше. Открыв задний капот, можно увидеть два ряда аккумуляторных батарей, за которыми установлен второй песочный бункер. На каждой колесной паре подвешен вот такой тяговый электродвигатель постоянного тока с кучей кабелей, поэтому и передача тепловоза также постоянного тока. Томас Эдисон одобряет. Ну а так локомотивные бригады регулируют тормозную рычажную передачу ключом на 75. Зайдя в кабину, машинист попадает, как говорит Волговод Хэнсон, в мир роскоши и комфорта. Смотрите, пульт машиниста выполнен в виде сварного каркаса, на котором установлены скоростимер, контроллер машиниста, всякие прикольные приборчики и выключатели. В комплектации Космо освещение приборов можно плавно регулировать реостатами. Кроме того, предусмотрена подсветка пульта светильником зеленого света. До кучи шкалу скоростимера освещает отдельная лампа того же зеленого света. Тепловоз ТМ-2 брутален чуть менее чем полностью. Вот так он рвет уже на пятой позиции. Колоссаль. Даже Грета прослезилась. А рукоятка-то какая. Вылитый Т3.
Впрочем, на поздних темах вместо кочерги уже применялся штурвал. Вместе с тем, для сравнения, джентльмену предлагается кабина тепловоза ЧМ-3. Напишите, пожалуйста, в каком из этих тепловозов вы согласились бы работать. Брянский завод выпускал ТЭМ-2 на протяжении 40 лет до 2000 года. При этом он постоянно что-то улучшал, модернизировал, и это приводило к появлению бесчисленного количества модификаций, в которых обычному человеку разобраться невозможно от слова совсем. Тем не менее, мы попытаемся, хоть и поверхностно, ответить на этот вопрос. Итак, ТЭМ-2А, можно сказать, экспортный вариант. Это тот же ТЭМ-2, но с экипажной частью, приспособленной как для колеи шириной 1520 мм, так и для ширины 1435 мм без замены тележек. Выпускался с 1969 по 1975 годы. ТЭМ-2М – версия с другим дизелем 6D49 от Коломенского завода. Впервые подобный локомотив был построен в 1974 году и потом выпускался мелкими партиями для предприятий. По слухам, хлопот с таким дизелем больше, чем со стоковым ПД-1М. ТЭМ-2У впервые увидел свет в 1978 году под номером 001, который, в отличие от серийных ТЭМ-2, имел измененную форму капота и кабину машиниста, а также новый пульт управления, глушак, улучшенную теплоизоляцию и так далее. С 1984 года ушко стало строиться серийно, но уже с номера 8002, хотя по другим данным с 8001. ТЭМ-2 УС – версия с магниторельсовым тормозом, по типу как на трамваях РВЗ-6. На тележках этого тепловоза были установлены электромагниты, магнитный поток которых проходил через колеса и рельсы и создавал притяжение бандажей к головкам рельсов. Завод построил лишь один ТЭМ-2УС 0001. ТЭМ-2Т. Однажды Брянск решил приспособить на свои пепелацы реостатный тормоз версия Т. И это почти получилось. Целых два тепловоза с реостатом сумели увидеть свет. ЧМ-3Т нервно курит в сторонке. ТЭМ-2УМ – более мощная модификация с дизелями на 1400 лошадей. Более того, 5 машин оснастили все тем же реостатным тормозом. Им присвоили серию ТЭМ-2УМТ. Всего Брянск выпустил 1084 УМКИ. Для экспорта на Кубу, в Польшу и Монголию имелась своя модификация ТЭМ-2Э. Еще были опыты с оснащением нашего героя американским дизелем от General Electric мощностью до 2000 лошадиных сил для работы в Якутии и Норильске. Ее назвали ТЭМ-2МК. Всего модернизировали 22 тепловоза. А это глубокая модернизация стока, когда от старичка ТЭМ-2 оставалась только экипажная часть. Все остальное, включая импортный дизель, ставилось новое. Называется это гравицатор ТЭМ-2УГМК. Фух, ну вроде все. Интересно, что с 1969 по 1979 годы параллельно с БМЗ тепловозы ТЭМ-2 строил и Ворошиловоградский завод, тот самый, который ранее выпускал Т-3. Отдельно отметим просто чудовищно запутанную нумерацию тепловозов Брянским заводом. Мы честно пытались понять хоть какую-то логику в этом процессе, но, увы, безрезультатно. Даже Невс на этом фоне кажется гениальным математиком с крайней степенью перфекционизма. Нам даже неведомо, какой номер имел последний ТЭМ-2. По одним данным это 9330, по другим 7870. Вот, в качестве штриха, 9392, да куча выпущенной в 2003 году. Оказывается, машина была построена с использованием более старого кузова, причем на табличке дата 1990 год, щит. И это не единственный пример. Поэтому будем считать, что всего было построено 6225 тепловозов ТЭМ-2 и их модификаций. Наконец, самое интересное. Пришло время подивиться на условия работы агрегата, насколько там комфортно и так далее. В этом нам поможет Василий Ефимов,
Человек, который умеет пилотировать все, что движется, и знающий ТЭМ-2 как свои пальцы. Для антуража будем сравнивать аппарат с ЧМ-3. Начнем с кабины. Во-первых, обе кабины довольно холодные зимой. Ну, понятно, двери с двух сторон сразу на улицу. Но чмоха еще холоднее. По кабине гуляют сквозняки. Поэтому машинистам приходится утеплять все щели. Однако вентилятор калорифера на ЧМ-3 работает тише, чем на ТЭМ-2. 2Т116, вот уж где зимой тепло. Сиденье однозначно удобнее на ТЭМ-2. Чмуха со своими сидухами на кронштейнах в боковых стенках кабины не вызывает восторга. Минус ТЭМ-2 – отсутствие места для ног машиниста. Там, куда их хочется поставить, фермеры расположили панель автоматов. Правда, на ТЭМ-2У ниша для ног все же появилась. Ход мягче у ЧМ-3. У ТЭМ-2 телеги челюстные и, соответственно, более жесткие. В управлении ТЭМ-2 сложнее, чем чмуха, ибо параметров, которые нужно контролировать, значительно больше. Просто сравним пульты. Температура воды, масла – это твоя забота, механик. Само масло в связи с отсутствием водомасляного теплообменника охлаждается, разумеется, хуже. Архаизм. А на ЧМ-3 контроль температур, открытие жалюзей производится автоматически. Более того, перед первым запуском советского тепляка на нем необходимо открывать специальный разгрузочный вентиль. Вот такая крутилка. А еще ТЭМ-ка не имеет тахометра оборотов дизеля, в отличие от чехословацкого собрата. Что ж, иномарка. В то же время прожектор ярче, причем заметно, на брянской машине. Сама кабина шумнее, в том числе и из-за более близко расположенного компрессора. При этом запуск дизеля приятнее на ТЭМ-2, там более мощные аккумуляторные батареи. Чмух этим похвастать не может. Нельзя не упомянуть РЧО, регулятор числа оборотов. На чехословацкой машине он электронный и менее надежный. А на брянской технике гидромеханический, гораздо устойчивей. А отказ РЧО означает езду на вожжах, когда на рейке топливоподкачивающих насосов привязывается веревочка, и машинист ее тянет, чтобы увеличить подачу топлива в цилиндры. ТЭМ-2 подобной дичью не страдает. Но ТЭМ-2 любит высокие позиции, иначе скопившееся в выпускном коллекторе масло может воспламениться, образуя нефтефакел. Красивое и опасное для аппарата зрелище. А представьте ночью каково. Рассматриваемые в этом ролике тепловозы на самом деле имеют богатую историю. Например, знак качества применительно к локомотивам впервые получил именно ТЭМ-2 под номером 580. Есть такая фраза: «Все ракеты улетают в космос из железнодорожного тупика». Это как раз про космические ТЭМ-ки. Машины этой серии подвозили, а может, подвозят и сейчас, ракеты к стартовому столу на космодроме Байконур. Депо горькосортировочной первым тепловозом получило ТЭМ-ку ТЭМ-1 186 номер. Вот фоточка из альбома, посвященного 50-летию основания предприятия. Из всех отечественных маневровых тепловозов ТЭМ-2 является самым массовым. Кроме того, эта серия одна из немногих, которые были экспортированы даже на другое полушарие, а именно в Кубу. Теперь мы понимаем, насколько сегодняшний герой уважаем. Уважаем, как и первый советский электровоз ВЛ-19. Джентльмены из Кандалакши своими силами восстановили кабину ВЛ-19-40, понимая историческую ценность машины. Великолепно. Впрочем, неудивительно. ВЛ-19 настолько почитаем, что даже компания Евротрейн разработала и стала выпускать его уменьшенную копию. Модель высочайшего качества, чем могут похвастать только самые именитые фирмы. К их числу без сомнения относится и Евротрейн. Единственная российская компания, сумевшая объединить под одним брендом макетную студию, сеть магазинов для моделистов, а также само производство железнодорожных масштабных моделей, в том числе по специальным заказам. Электровоз, о котором мы сейчас говорим, был выбран для производства сразу в четырех различных окрасах: сталинской железной дороги, фирменного поезда «Полярный», грузинской железной дороги и
ярославская машина с номером 74. Кстати, сохранилось фото прототипа реального 74-го ВЛ-19. Опять кандалакша. Пациент с грузилом, походу, живорыбные вагоны. Еще штрих. Уклон-указательный знак. Ну так вот, если реальный электровоз давным-давно транклюкировали, то его модель выпускается компанией Евротрейн и поныне. Шедевр. Просто шедевр. Весом почти 500 грамм, собранный из 296 миниатюрных и не очень деталей. Для его изготовления специалистам понадобилось освоить 14 уникальных пресс-форм, но оно того стоило. На тесте челики прицепили к локомотиву 24 пассажирских вагона и подали на рельсы ток. А был 19? Ну ок. И поехал. Это мы о тяговых свойствах электровоза от Евротрейна. Объясняется это такосъемом на всех шести осях, бериллиевыми подшипниками в буксах, косоозубой передачи и двигателями о пяти полюсах. Аппарат едет весьма солидно, плавно и почти бесшумно. При этом для воспроизведения звуков имеются разъемы под декодер и динамик. Разумеется, весь необходимый свет прожектора, буферных фонарей включается по ходу движения. Если джентльмену и этого недостаточно, то вот еще интерьер кабины, заботливо воспроизведенный почти как у ветеранов из депо Кандалакша. Эх, вот бы нам такой электровоз. Если ты, дружище, заинтересовался этой прекрасной машиной, то можешь приобрести ее в фирменных магазинах компании. В Москве у станции метро Трубная и Маяковская, или в Питере у метро Технологический институт. Не хочешь ехать в магаз? Заказывай ретроэлектровоз через интернет. Вот официальный сайт компании Евротрейн. Да тут кроме самого ВЛ-19 полно и других интересных моделей. Чемухи, вагоны, домики, вокзалы. Классно. Спасибо нашим коллегам, которые сохраняют историю страны через ретро-технику. Отметим еще, что Евротрейн создал и ведет группу в ВК и аккаунт в Инстаграме, где выкладываются интересности. Ссылку на сайт компании и их Инстаграм мы оставим в описании. Музыкантов! Непременно музыкантов! А, ну да, музыканты. Давайте по традиции чекнем мюзик. Итак, 1958 год. Начало выпуска ТЭМ-1. В том же году на свет появляется Брюс Диккенсон, лидер Iron Maiden и по совместительству пилот. 1960 год. Первый ТЭМ-2. Адриано Челентано ответил на это своим дебютным альбомом «Адриано Челентано con Giulio Libano la sua orchestra». Desidero te per amarti tanto. 1968 год. Брянск прекратил выпуск ТЭМ-1. В том же самом году распалась первая супергруппа в истории рок-музыки Cream. И, наконец, 2000 год, когда официально БМЗ перестал строить ТЭМ-2. Тогда же ушел из жизни известный всем Юрий Клинских. Спасибо, друзья, что досмотрели наш скромный ролик до этого момента. Надеемся, он вам понравился. Если да, ставьте палец вверх. И все же, в самом конце фильма мы вновь возвращаемся к вопросу, заданному в начале. Какой из тепловозов получился круче, Чмуха или Темка? Может, вы сможете на него ответить? Ждем ваши комментарии. И это, проверьте подписку на канал, прям не знаю. И добро пожаловать на наши железнодорожные и не только стримы. Еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.